детективная история. Вот. Все. Пап, а ты когда в город поедешь? Завтра. Собралась домой, Зо? Я нет. А они? Да. Ой-ой-ой. Больше ни одного учебника. Я поллета читала. Теперь только футбол, приключения и веселье каждый день. А? У меня же каникулы. Эй! А, опа! Опа! О, привет, Серый! Держи мяч! А? Мяч? Какой мяч? Мяч! Привет, Зо! Давай вечерком! У меня новый детектив! Похищение шишки! А? Такой интересный! Вот, возьми почитать! Мы с ребятами? Не-не-не, никакого чтения до 1 сентября. Ой, Макар, привет! Привет! Хочешь? О. А, и ты туда же. Серый туда пошел? Туда. Хоп! Ха! Привет, Зо. Серого не видела? О, привет. Ты не видела? А? Ну, хоть вы без книжек. Ой. Каких книжек? В этом-то и вопрос. Все что-то читают, все куда-то пропадают. Мы должны провести расследование. Да! Ура! Пап, мы к Серому! Хорошо, только панамки наденьте и передайте тете Волчице. Здравствуйте, ребятки! Здрасте! А Серый дома? Нет. За мной! А? Вот. Туда! Ну куда они все подевались? А может, они на поляне с шалашом? Может. А может, с ними случилось что-то ужасное? Ой. Спокойно, мы всех спасем. Туда. Вот. Я так и знала. Их похитили! Кого похитили? Такого не может быть. Мы регулярно читаем книги по безопасному поведению в лесу. Сережа! Сережа! Я тут, мам! Ой, вы все к нам? Сережа! Конечно, к вам. Мы тут вас ищем. Все копыта стерли, а вы не откликаетесь. А, так я же говорил, книжка новая. Такая интересная. Интересней футбола? Ну да, там злодеи похитили шишку, а команда детективов... Похищение? Целая команда? Можно? Держи. Это загадочная история. Сядь поудобнее и книгу открой. И чудеса начнут случаться с тобой. Побываешь в неизвестных лесах и на летучем корабле в небесах. Ты
сможешь город отыскать на луне и проскакать на златогривом коне. У королевы на балу танцевать и в путешествие с гусями слетать. Ты сможешь сам, конечно, сам. В королевстве тишина. И не говорите, Ваше Величество. Даже как-то скучно. Выйти, что ли, на балкон? Не ходи, не ходи, королева, на балкон. Потому что в гости к нам из кустов летит дракон. Спасайся! Ай-яй-яй! Ой! Рыцарь спешит на помощь! Ура! Бег, бег! Отвага и мужество! Ой-ой-ой! Бе-бе-бе-бе! Спасено! Королевство спасено! Слава благородному рыцарю! Злой дракон испугал нашего сыночка, нашего королевича. Зо, я не хочу быть сыночком. Я хочу быть рыцарем и совершать подвиги. Для подвигов нужны доспехи. И меч. О. Где доспехи нам достать, чтобы рыцарями стать? Доспехи? Сейчас найдем. Никуда не расходитесь. Доспехи, доспехи, доспехи. О! Ага! Иго-го! Пошла! Здрасте! Я здесь вот... А вам помощь не нужна? С листьями? Вон там! Прилично насыпало! Давайте я вам помогу! Все уберу! Мне не сложно, пожалуйста. А давай. Спасибо, я быстро. Ура! Ау, королевич. Ты чего это? Но-но, не королевич, а сэр Железный Бык. Иго-го, пошла! Ну, как вам мои доспехи? В нашем королевстве новый рыцарь. Ого! Спаситель всех и победитель драконов. Дракон, твой выход. Ага. К нам опять пришел дракон. Наш спаситель. Где же он? Явился за добавкой дракон. Вперед, благородный рыцарь. Но! Ой! Игра. Мы остались без дракона. Ой. И кажется, без рыцаря тоже. Дядя пес, я хотел быть рыцарем и...
все сломал. Простите меня, пожалуйста. Тихо, тоже мне. Все, в рыцари больше не играем. Играем. Сэр Железный Бык готовится совершить рыцарский поступок. И все королевство спешит к нему на помощь. Ага, ага. Вот. О! Держи, рыцарь. Ура! Ой. Да здравствует сэр Железный Бык, неустрашимый рыцарь, исцелитель драконов. Наш рыцарь подвиг совершил, и он большущий молодец. Веди нас, Миша. Привет! Зачем звали? Юных туристов отважный отряд Мишу героя приветствовать рад. Какой отряд? Какого героя? Ты вчера нам рассказывал про свои походы, помнишь? А? Я весь лес исходил, все скалы облазил. Одну в честь меня так и назвали. Берлога. Палатку с закрытыми глазами ставлю. А малинник вообще нахожу по запаху. В общем, нам так твои рассказы понравились. Мы идем в поход. Но мы ничего не умеем. Поэтому веди нас, Миша. Хочешь проверить, как мы сложили рюкзаки? А где Миша? Ой. Ух ты, здорово, Михаил. Гуляешь? Тише, деда Харитон, пожалуйста. А что случилось-то? Значит, про походы ты насочинял. Угу. А признаться боишься. Да, дела. Миш, ты за рюкзаком пошел? Михаил пошел за советом. В общем, я иду с вами. Ура! Дедушка идет с нами! Миша, пойдем к твоей скале. Вот, держи, я нарисовала маршрут. Минуточку. Кажется, этот пенек я уже видел. Три раза. Наверное, Миша хочет показать нам, как легко заблудиться в лесу. Ну да, легко. Вы даже не представляете, как легко. А можно мне на карту глянуть? Хм, конечно, деда Харитон. О! Скала Берлога, как заказывали. Ого! Ну все. Теперь можно и по домам. Миша, ты чего? Это только первый пункт списка. Какого списка? Списка походных дел туриста. Следующий пункт – сборка палатки. Я должен собрать палатку? Нет, конечно, мы соберем. Ага. А ты будешь нами руководить. Деда Харитон! О, хорошо. Эй, ребята, чуть-чуть. Не волнуйся, Миша.
Мы сами справимся. Фух. Да, кривовато. А давайте ее испытаем. Миша, мы все поняли. Все? Конечно. Ты намного опытнее, турист. Сейчас, подожди. Вот. Хотели, чтобы ты нас в юные туристы посвятил. Торжественно. Но мы недостойны. Стойте! Это я недостоин. Я в походы никогда не ходил. Я не хотел вас обманывать. Просто засочинялся, нафантазировал и признаться не смог. Простите, мне очень стыдно. Значит, палатку ты ставить не умеешь. И карты рисовать, и дорогу находить, и стороны света определять, и погоду предсказывать. И малинник искать. Малинник? Не-не-не, малинник могу. Хотите, научу. Веди нас, Миша. А остальному у дедушки Харитона научимся. Вместе. А то. Еще немножко. Зо, мы идем выкапывать клад. Ты с нами? Какой еще клад? Настоящий, с сокровищами. Откуда тут сокровища? Их же пираты прячут в морских пещерах. Ну, может быть, тут какие-нибудь древние пираты побывали? Или лесные разбойники? Разбойники? Деда, а тебе встречались разбойники? Разбойники-то? Да я сам в детстве таким разбойником был. О, а? Не может быть. У нас в роду все разбойники. Дикие лесные кабаны. И дедушка, и прадедушка. И сокровища у вас были? Было. Настоящее сокровище было. Ну, где будем копать? Да везде! Чем больше ям, тем больше сокровищ. Уступаю свою долю сокровищ вам. Бо, долго нам еще копать по твоим расчетам? Кладоискатели не сдаются. О, дети, скажите, пожалуйста, вам непременно нужны все эти ямы? Уже нет. Прекрасно, посажу в них мои розы. Большое спасибо. Так. О, а давайте тоже что-нибудь посадим. Не посадим, а закопаем. Что закопаем? Клады. Ого. Как это? Для кого? Для наших потомков.
дорогим потомкам от далеких предков. Ваши Бо, Зо и Николай. Так. Вот. Мой счастливый желудь. Самое дорогое. Эта яма недостаточно глубокая. Сейчас, сейчас. Стойте, вы слышали? Похоже. Но вещица знатная. А если она золотая? Просто испачкалась. Нет, не золотая. Эх. О! А вдруг сокровище внутри? Деда, а вот если бы тебе нужно было открыть что-нибудь очень прочное, ты бы какой инструмент взял? Прочное? Замок, что ли? Нет, прочнее. Сундук. Еще прочнее. Это что же вы там забрались открывать-то? Ну, не то чтобы открывать, а как бы расколоть. Расколоть? А ну-ка, показывайте. Ой. О, да это же моя гиря, Белла. О. Где же вы ее нашли? Да вот тут. Выкопали. Это вы ее там от разбойников спрятали? Да я не прятал, потерял однажды, думал навсегда. Оп. Никакие мы не кладоискатели и сокровищ не нашли. Да как же не нашли? Это ж фамильная гиря Хряковых. Пудовая. Вот тут и герб наш. Ценная вещь. Мы находители ценных вещей. Археологи, ученые-искатели исторических ценностей. Ура! Мы археологи! Находим древние предметы. Открываем таинственные тайны. Куда же я задевала свое коромысло? А что такое коромысло? Это что-то очень важное. По моим расчетам, искать нужно там. Еще искать? Опля! Надо пойти докупить рассады. Берет. Спасибо, Бо. Я такая неловкая. Пожалуйста. Бо, будь любезен, помоги мне. Ого. Красивая пряжа, правда? И я уже придумала, на что она пойдет. Спасибо, Бо. Ты настоящий джентльмен. Ага. Ой. Вот, и вот так. Бо, пора домой. Пока. У меня для тебя сюрприз. Закрой глаза. Ух ты. В этом берете ты всех поразишь. Вуаля. Так. Жалко, что сейчас такое не носят. До свидания! До завтра!
Мам, пап, я пошел гулять с няней. Хорошо, дорогой. О, Шарман, здравствуй, Бо. А что же ты не надел новые берет? А сегодня еще тепло. Завтра надень обязательно. Обещают похолодание. Эх. Пап, я пошел. Там все уже ждут. А шапку-то, сынок? Здравствуй, Бо. Ты опять без берета? Да. Я боялся, что дождь пойдет, и он промокнет. Ты такой предусмотрительный. Бо! А сегодня? Боялся испачкать песочницу. Ты такой аккуратный. Бо, скажи честно, тебе не нравится мой подарок? Нет, что вы, просто я берегу его для особого случая. Ты разве не пойдешь сегодня гулять? Что-то не хочется. Мам, закрой, пожалуйста, форточку. Ты не заболел? Ну ладно. Бо, ты чего не вышел? Все тебя ждали. А тетя овца сказала, что у нее для тебя еще один сюрприз. А? Мы все идем в музей. Этот, как его? Исторический. Исторический? Мой любимый. Ага, говорит, как раз особый случай, чтобы надеть новый берет. Я пропал. Что за берет-то такой? Тетя овца подарила. Он мне очень нравится, но он такой немодный. Меня в нем засмеют. Не засмеют. О, она и тебе связала? Не, это мамин. Идем. Хм, интересный стиль. Ретро? Ага. Она самая. Шарман! Опаздываем, молодые люди. Как видите, дети, великие воплощали в жизнь самые смелые и оригинальные идеи. А главное, они никогда, никогда не боялись быть собой и носить береты. Ой, боюсь. На-на-на-на-на-на. Дракон, спасайся бегством. Я отважный рыцарь, и сейчас я буду тебя побеждать. А я очень смелый дракон. Я тебя ни капельки не боюсь. Мяу. Фрр. А я страшное, ужасное, кошмарное привидение. И я вас всех напугаю. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Рыцарям и драконам пора спать. А привидениям? А привидениям особенно.
Мам, то есть, мам, ну можно еще часик? Полчасика, 10 минуточек. 5. Но потом сразу в кровать. Спасибо, мам. Ну что, кто там бесстрашный? Конечно, есть. Вы думаете, привидения живут только в сказочках и старинных замках? Ха-ха-ха! Как бы не так. Они живут везде, в нашем городе их тысячи. Но они прячутся под кроватями, за табуретками и даже в маленьких тумбочках маленьких деточек. Мамочки! Нам нужен телефон защитников от привидений. А я всегда папу зову, когда страшно. И маму тоже. А может быть, все-таки сами справимся без мамы и папы? Боюсь. Я тоже. Сами не справимся, Бо. Угу. Идем. Стойте! Что мы им скажем? Я же все про привидения навыдумывал. Ну и что, что навыдумывал? Нам же страшно. Угу. А если они смеяться будут? Подумают, что мы трусливые трусишки. Дорогой, как ты думаешь? Вот еще маленький, но смелый. 5 букв. Бо. Борис. Бо у нас герой. Наши дети вообще очень смелые. А? Мы сами найдем защитника. Это будет... Вот кто! Подойдет. Особенно, если их будет двое. А лучше трое. Проводить вас до кроватей. Спасибо, папа Бык. Мы под защитой. Если вдруг будет страшно, вы знаете, где нас искать. За окном стемнело, посмотри, загорелись всюду фонари. Поскорее глазки закрывай, ушки на подушку и бай-бай. Облака плывут, как корабли, слетят нам с краешка земли. Лунная дорожка, посмотри, звездочки сияют, раз, два, три. Сон сейчас придет, сказку принесет. Баю, баю, баюшки, баю. Волшебный друг. Зо, поиграем?
Бо, у меня тут детективы для знатоков. Думаю, из детских игр я уже выросла. Жалко, придется теперь одному играть, пока я тоже не вырасту. Ой. Зо, помоги. Ого. Итак, кто-то тайно побывал у нас дома и оставил на стене этот рисунок. Зо, а почему этот кто-то нарисовал тебя, да еще с короной? Думаю, он хотел со мной подружиться, но постеснялся. И что теперь делать? То, что делают все сыщики. Найдем какие еще улики, то есть следы, оставил мой загадочный друг. И выясним, кто он такой. Нет. Нет, не то, не сё. Ой. Смотри на находки. Что ты можешь сказать о таинственном друге? Ну, он очень маленький. А еще он любит играть и купаться. Ванночки в гостях не оставляют. Думаю, он где-то тут. Тут? Но мы же никого не видели. Ага, а это значит, что он невидимый. Бо! У меня есть настоящий волшебный друг! Ты уверен, что это его приманит? Дедушка Харитон говорил, что домовые молоко любят. Может, и твой волшебный друг тоже? Да! Ты даже не представляешь, Бо, как я хочу с ним поиграть. Представляю. Наверное, он молоко не любит. Погоди-ка. Если бы я была волшебным другом, я бы обязательно пришла за клубникой. Я тоже. Ничего не понимаю. Где же волшебный друг? Может, он того? Ушел. Ушел? Ну нет, я чувствую, что он совсем рядом. Дорогой волшебный друг, выходи, пожалуйста, поиграем. В паровозик? Да. И в мячик? И в мячик. И в куклы. И в куклы, и в конструктор, и в пазлы, и книжку почитаем, и погуляем вместе. Только выходи, пожалуйста. Как топает! Крупный, наверное. Вы чего расшумелись, дети? Папа, приготовься поверить в невозможное. Вот. Вот. И вот. Теперь ты понимаешь, пап, мы имеем дело с волшебным другом. Это же сапожки Бо. Не, пап, они мне малы. Раньше в самую пору были. А? Когда ты был совсем маленьким. О, а остальное тоже Бо? И это? Угу,
Этот рисунок на обоях Бо тебе на день рождения нарисовал. А я что-то не помню. И я не помню. Так это ж давно было. Подросли и забыли. Значит, никакого волшебного друга Узо нет? Да нет же! У меня есть волшебный друг! Да, да, есть! Это ты, Бо! А ведь и верно! Поиграем? Да! Самый лучший пират! О! Опа! И вот так! Чего-то не хватает. Ой, кто это? Пират. Может, этому пирату примерить шляпу и усы? О! А можно я покажу костюм Мусе и Феде? Конечно. Зо, ты со мной? У меня уроки, потом приду. Приходи. Ой. Хей! Готово. А теперь награждение. Золотая медаль самому лучшему строителю замков. И самой лучшей строительнице ветряков. Эгегей! Вот пират семи морей! Йо-хо-хо! Где мои золотые сокровища? Ничего себе костюмчик! Неплохо. Ага. Шляпа и усы. Ага. Сам сделал. Ага. Ой. Тогда тебе золотая медаль самому лучшему модельеру. А нам костюм сделаешь? Обожаю костюмы. Сейчас принесу, из чего их делать. И я! Ой-ой-ой-ой-ой! Зачем я соврал? Я же не умею делать костюмы. Что теперь будет? Случилось ужасное. Бо, что такое? Я случайно сказал, что сам сделал свой костюм. Теперь Муся с Федей просят тоже сделать им костюмы. Но я же не Зо, у меня не получится. А медаль за что? За костюм твой. Хочешь, отдам? Нет, спасибо. Чужих медалей мне не надо. Я же не пират. Может быть, надо сказать правду? А что скажут Муся и Федя? Я слышала, у пиратов есть кодекс чести. И бесстрашие там на первом месте. Это значит, что пираты ничего не боятся? Да. Но если я скажу, что не умею делать костюмы, получается, я сдамся и не приму бой? А ты сражайся, только по-честному. Тогда я пошел. Значит так. Ать! Ого! Класс! Федя, ты настоящий индеец! Муся, а ты настоящий ковбой! Бо, самый лучший модельер! Лучший на Земле! Лучший в мире! Лучший в Солнечной системе! Лучший модельер во Вселенной! Ребята, да я не... это... я не лучший модельер во Вселенной!
Это Зо. Зо сделала мне костюм. Она лучший модельер. А я, пират, украл ее награду. Вот. Теперь все правильно, как в кодексе настоящих пиратов. Привет! Здесь костюмы делают. Можно и мне тоже костюм? А? О! Сделаешь? Ха, пират! Угу. О, ух ты! Бо, ты настоящий модельер! Спасибо! Я у тебя научился. Тогда Зо будет самым лучшим учителем модельеров. А Бо самым лучшим пиратом-модельером. Самым честным пиратом-модельером. Тысяча честностей! Ну, наконец-то дождь закончился. Ого! Бо, Зо, наденьте плащи и сапоги. На улице очень сыро. Ух ты! Зо, смотри, сколько мусора плывет! А вот и мой! Бо! Зо! Привет! Давайте с нами в кораблике! Опа! Вот! Капитан Утка включается в гонку! Ой-ой-ой! Настоящий капитан не станет плавать на дырявой галоше. У меня будет самый лучший кораблик. Ох! Не, это все не годится. Так. Так, этот одномачтовый. Не. Двух. О, вот, трехмачтовый. Вот, давай к нам. У нас новый заплыв. Не могу, мой кораблик еще не готов. Вот увидите, он все заплывы выиграет. Это у вас тут что? У нас гонки. Ого! Как здорово! А где Бо? Кораблик делает. Настоящий, гоночный. Ого! Двухмачтовый? Трех! У нас заплыв. Капитан Утка уверенно обходит соперников. А ты серьезно подошел к вопросу. Может, тебе помочь? Спасибо, я сам. Давай, ха-ха! Слева заходи. Ура! Ух ты! Так-так-так.
переодеться пошли. Лужи-то высохли. Ой, это ты сам сделал? Здорово! Как лужи высохли? Хочешь, в тазу его запустим? Капитан Утка будет рад. Вот это судно! Жаль, водоем мелковат. Какой красивый кораблик! Ух ты! А чего играть не пришел? Не успел доделать. Хотел вас удивить. И удивил. Хоть сейчас в музей. А я хотел в ручей и выиграть заплыв. Ну, в конкурс на самый красивый кораблик ты бы точно выиграл. Вы правда так думаете? Да! Я же не сомневаюсь! А то! Ага. Конечно! Дедушка говорит, завтра снова дождь. А ты к нему уже готов, Хрю. Ага. А может, в мячик? О, я сейчас! Вот! 101 игра в мяч. Глава 1. Как устроен мяч? Идеально устроен. Спросите Зо. Скажи, кому клубнику съесть? Я первый увидел. А я сорвал. Ну, поделите и все. Хотя... Привет! А может, Макару угостите? Ему приятно, а вы не поссоритесь. Ого! Зо, ты могла бы стать этим, как его, советником, который всем советы дает. И помогает. Хрю. Ага. Внимание! Сегодня у пруда для вас открыто бюро советов. Решаю споры, мерю, делю и вообще помогаю. Приходите, Зо решит все за вас. Ой. Да ты послушай меня! Серый, поспокойней. Зо, а ты точно любой спор решить можешь? А вы проверьте. Мы тут самолет смастерили. Как нам его назвать? Может, медведь? Или серый? Даже не знаю. Как насчет серый медведь? Ого! Кул! Здорово! Спасибо, Зо! Что бы мы без тебя делали? Зо, вот ты
где? А мы тебя ждем. Столько вопросов, а посоветоваться не с кем. Ой. Это хорошо, что ты стала советником. Теперь все каникулы не будет никаких ссор и споров. Все каникулы? Ага. А? Я за вами. Угу. Опять спорят? Нет, нельзя. А то все лето на пне проведу. Зо! Зо! Зо, ты куда спряталась? Зо! Зо, выходи! А? Пропал любимый советник. Нашедшему явиться в штаб. В какой еще штаб? На грибной поляне нету. Ага, на грибной нету. И дома нету. И рядом с домом тоже. Так. Объявление готово. Ребята. Ура! Зо! Наш советник нашелся. Ребята, вам не нужен никакой советник. Я была не права. А как мы без тебя будем решать споры и договариваться? Так же, как меня искали. Дружно и решительно. Тогда я решаю поиграть в следопытов. Хрю. В пришельцев. В следопытов. В пришельцев и следопытов. Ого. Да, чур, я пришелец. А я следопыт. Я вижу след пришельца. Портрет кактуса. Мам, я во двор. Хорошо, Бо. Что будешь рисовать? Картину для выставки. Только пока не придумал, какую. Наш двор очень красивый. Получится отличный пейзаж. А хочешь, напиши портрет. О, портрет? О, хорошо, мам, я попробую. Привет художникам. Что рисовать будешь? Портрет. Как здорово, а чей? Портрет, я согласна. И я согласна. Папа! Ой, а что это? Кактус. Нашей маме в коллекцию. Весь город обошел, чтобы найти его. Тяжелый. Конечно, у него же бицепсы, как у тебя. И еще цветочек красивый. Ой, прямо как на моей шляпке. Бо, хочешь, я в ней буду для портрета позировать? Бо, ты же меня должен рисовать. Давайте я вас вместе нарисую. А? Ого. На фоне диких зарослей. Ясненько. Кактус пока погуляет. А вот интересно, сколько времени можно просидеть, не двигаясь? Не знаю. А разве мы долго сидим? Минимум час или два.
А может и три. Зо, не отвлекай художника разговорами. Пожалуйста. Ну, раз ты уже отвлекся, я попить. А? Зо, для портрета нужно сидеть неподвижно. Я сижу. Что там, получается? Зо, все получится, если ты сможешь не шевелиться. Да не шевелюсь я. Это пока набросок. Сейчас начну рисовать сам портрет. Да, Муся у тебя лучше получается. Потому что она сидит ровнее. А ты, Бо, ко мне придираешься. Лучше я на роликах покатаюсь. Хорошо, Зо, как скажешь. Муся, тебе под шляпой почти не видно. Ой, тогда я лучше ее сниму. Хотя в шляпе было лучше. Да, тогда я лучше ее надену. Ну, Зо, не мешай. Я не мешаю. Я помогаю! Дружеским советом! Бо, а долго мне еще позировать? Может, полчасика? Ой, Бо, я так долго не могу. У меня с родителями гимнастика. Давай ты меня тоже в другой раз нарисуешь, хорошо? Хорошо, Муся, как скажешь. Раз, два, три... Эх! Молодец! Какая неожиданная идея! Сделать портрет кактуса! Да. Бо у нас большой оригинал. Мне тоже очень нравится. Шарман. Столько экспрессии. А я и не знала, что мамин кактус такой красивый. Очень. Бо, а почему ты выбрал именно кактус? Просто кактус очень хорошо позировал. Да уж, он не вертелся и никуда не убегал. И шляпой не закрывался. О, может, ты нас все-таки нарисуешь? Мы будем хорошо позировать, как кактус. Честно-причестно. Ага, а я не буду к вам придираться. Ту-ду-ду-ду. Зо, я думаю. Ой, пора объявить перерыв. А лучше музыкальную паузу.